Вон, смотри туда, вон туда, вон, попугаться. Да, вот это. Давай я как будто из леса вышел. Не надо, не надо туда ходить. Папки, давай, давай. Серевок, да, вот это. Давай, давай. Давай. О, ребята. Давай, выходи. Страшно, а жуть. Медведи. О, здравствуйте, гости дорогие. Здравствуйте. Я сейчас скажу, иван-чай или нет. Смотри, брюна клали. Нет, это не иван-чай. А вот смотрите, это муравейник. Да, это который кусач. Глубоко, конечно, ходили. Если лечь в него, он будет кусач. А правда вот это вот, то, что лечение на муравейник, это лечение дает какую-то пользу? Ну, дает, конечно, как муравейная, стимуляция, муравейная кислота, да. Постимулирует немножко, но так это, я не знаю, насколько там они говорят, что она поможет. А вот, кстати, вот, вот, ага. Видите? Копыта? Медведь. Ну что, да это, нет, копыта? Что это? Копыта? Медведя копыта, больше. Походу, да. Ну, если медведи, то, как правило, они еще должны метить. А, вот, вот, кстати, да. Это мы маленький. Видите, когда начинает метить. Метит. Чем выше. А он, смотрите, маленький. А, то я думал валун, а это просто вывернул. И помет кидает. Кидает помет. Да, помет. Берет и кидает. Они бросают прямо на дерево, они могут вот как бы. Они запахом. А? В лесу стоит домик. Купинка. Ага. А почему тут стоит? Вот здесь сероводородный источник. Поехали. Вот на равнине бьет источник. Ни в низинке, ни в ложбинке. Прямо на равнине. Сейчас увидим. Ой, ожик. Ой, мощный какой, вон. А, вон он. Да, вон, мощный. А где? Ожик, когда вон там поврежет? От чего? Вот она купель, у которой крыша. А, сюда береза упала. Береза упала. Береза вот упала. Проломила береза. Это крупный источник. Ух ты, надо же, в лесу где-то в тайге. Вот источник. Мордовские леса. Ну, ну как бы колонец. Ну, ну, кто будет купаться? Я пойду. Я тоже пойду. Я туда вообще... нырять надо, да? Нет, ведром берем. Ага. Выбиваемся. Вот этот источник хороший. Тут вам можно надеться внутри. Вот здесь, да, вверху закроем. А вот мы сейчас вам посмотрим. Сидят, ничего. Вода настоящая. Из источника. Сделал далеко. Ну. А вот здесь была береза, на ней был цветущий крест, нерукотворный. Береза в том году, к сожалению, свалилась. Или лесовозы ее задели. Вот он. На ней был крест, а внутри, как в кружочке, была Богородица с Господом. Я когда приехал в том году сюда, вот она, береза, она была свалена. Крест был не цветущий, не рукотворный. Прям, знаешь, вот такое цветущее, вот так два лепестка и вот так. А в центре вот такой он как бы горбик. Это вот это вот что сейчас? Вот это. Да, вот. Они когда, видно, ехали, зацепили и свалили. Видно, что они все только об углом проезжают. Я вот тоже. Просто такая вода из такого места, где быть не
не облиться, это домик этот. Ну вот когда сейчас выбор пойдет воды, вот этого уберется. Mm-hmm. Просто значит, куда мало кто ездит, только смотри, как бы начинается. Без проваленной крыши. Сейчас выберешь, он пополнит. Угу. А как вот, то есть получает то ли какие-то... Ну вот уровни? Я и говорю. Я же смотрю просто по уровню. Именно серого, да, он выше даже уровня. Вон вот. Дорога как бы. Нет. Серого дорога, значит получается, это же болото, болотное. Серого дорога тоже выделяет болото. Выделяет. Торф выделяет. Ну, там выделяют, потому что там процесс гниения, поэтому выделяют. А здесь выделяется сама природа. Вообще... Я вам хочу сказать, что не холодно. Не, она теплая вода. А аромат почувствовал, смягчение такое? Аромат почувствовал... Давай. Снимай. Работаем, да? Да. Крематорий. Пошел. Святой источник в глухом лесу, Республика Мордовия. Правильно, как вот? Саровский лес. А это противопожарное вот это все. Ребят, вот здесь белый польский, вот он местами, белый, зеленый мох. Вот идешь вот тут вот, ну вот сейчас выйдем, давайте погуляем. И это белый польский, здесь он косой косит. Он уже весь рассыпается. Мох идем смотреть. Кораллы морские, точно? Ну, он осенью мягкий тоже. А сейчас он, как бы, получается, а хоть пустячком, да, благодарен. Вот брусник, кстати. Ай! 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 Поснимайте с меня. Она уже заряжена, просто наполняет. Значит, сняли, значит, я тоже за компанию, я не могу, у нас выездная съемка. Песок сыпется из этих стапок. Выездная съемка. Так. Наступать даже не хочется на такие красивые места. Ой, хрустит. Ух, прямо аж. Тут шишки. Ай, блин, аж. А здесь и комара нет. О, точно, здесь комаров что-то нет. А где бульки, вы сказали? А вот она. А вон молоденькие ландыши, смотрите, впереди. Молоденькие ландыши, Геннадий Петрович. Вон там, видите, коротышечки такие торчат. А вот они, да? Интересно, да? О, комар опять! Нет, а хочется просто прилично А вот это что может быть за кучка? А это, короче, пенек. Ничего такого. Хотя, похоже, что нет все-таки. Похоже, что все-таки это... Ну, кстати, кто-то наступил сюда. Это не ты? Нет. Как-то да, удивительно, прям в самую эту штучку. Я вот пробовал отходить, там метров 400, но вот там уже вот ощущение такое... Уже чувствуешь, что можешь где-то заблудиться. И чувство такое. И потерять. Тревожности, да, я проверял. Тут-то вот дорога все рядом. Ну.
вот видишь, бревно. Раз. Угу. И уже бревна нету. Уже мягкое. То есть его уже грибок съел? Да, он его съел полностью. И потихоньку он его расщепляет. А вот она, бруснит, скоро зацветет, и будут ягодки. Уже цветет, вот уже на грани. Угу. Смотри на шею, я все просто в бунтарях. Нет, беседу исправлю, Издалека. Высусу все твои эти, слышишь? Вы издалека, пожалуйста, сними. Зубами отгрызу твои эти, как тебе там? Сука, мары тебе где там покусали. Да тогда же она кровь потечет. А ты вот так сядь, как бы. Геннадий, ты будешь? Да. Просто вот сидит. Можно же подальше? Сейчас я такой карлик сделал. Я предлагаю ехать уже на обед. Да. Пообедаем. И с гиком помчимся в Москву. Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю пойдем над милым порогом. Махну серебряным тебе крылом. Прам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Достаточно много белого боровика, но были такие грибы, уже мы опоздали, уже такие ножки вот такие вот стоят, но уже, я прям думаю, ну не недельку пораньше. То есть они уже немножко старенькие стали, да? Они же в конце сентября уже отходят, последний гриб идет. Там потом будет еще такой зимний, такой, ну, который под листвой, пятна там какие-то, что-то. А вот белый все. Ландыши такие молоденькие, молоденькие прям побеги. Я покупаю, значит, по 30 фотоаппаратов бывало, у меня по 30 видеокамер. И по детским домам сразу беру и делаю полностью. В каждый детский дом по 5 фотоаппаратов и 5 видеокамер. Но прежде чем я им дать, я их 3 дня мучаю, я их учу фотографировать, учу снимать там все. Оператор, скажу, искусство полностью все. Объясняю, почему и как. И после того, как они мне сдают экзамен, тест, я им даю еще благодарственные письма за то, что молодец стал. Стал оператором. Будущим, нет, оператором, фотограф, не важно. Я думаю, это куда все время цепляется. А вот это не подрали, это что они, наверное, живицу, живицу вроде, да. Заготавливали. Да, видите, она, как... она же дорогая, вот она идет. Живица, что такое? Масло, сока. А, вот это специально фишки такие. Мне это аккуратно, не болеет. Да не болеет. Да, из крупной деревни заготовили. Разбил паралич, но он... Значит, умудрился, а он уже, это, жена у него была, там, я уже забыл, наличие, дочка или еще, сохранять тепло, и он, наверное, пришел, все ошалели. Методом от противного называется, да? Казалось, ну, бы, чего он должен был соверзнуть. Да, он, дядька он такой был. Вот когда подходишь к отцу Афанасию, 7 вопросов из 10 отпадают, остается основные. А как они отпадают? Они решают. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила Иси душ наш. Вот ты 150 раз от молитвы. И как сказал батюшка Серафим, кто это сделает, тому тут Иерусалим, и Афон, и Киево-Печерская лавра. Да. Все вместе. Все вместе. Я хочу в следующий приезд. Это слова отца Серафима. Да, я тоже это все слышал. Вот он, первый Казанский собор, тот самый. Вот это вот. Вот он, да, Казанский первый собор, который матушка Александра строила.